Для кого-то это просто дрова, ну а для семей братьев Байгазиевых из микрорайона Достык это целое состояние, которое поможет пережить зиму. Сегодня администрация Шымкента вновь оказала помощь социально незащищенным семьям, доставив во двор четырехкомнатного дома, где проживают 15 человек из двух семей, целый грузовик до отказа, наполненный дровами. Спасибо акимату, что привезли нам дрова. Сложно прокормить и содержать в тепле 15 человек, включая детей в одном доме. Денег на покупку угля не хватает из-за отсутствия работы. А эти дрова будут очень кстати. Теперь можно и растопить печь и приготовить еду. Ведь природного газа у нас в доме нет. Как уверяют городские власти, с начала года дровами были обеспечены тысячи нуждающихся семей Шымкента. Вот мы говорим, что холодно. У нас в компании ЛТД «Турмыс» есть специальная бригада, которая выезжает и распиливает деревья, упавшие в результате сильных дождей, ветра и снега. По поручению акима города, чтобы не пропадали дрова, было принято решение раздавать их нуждающимся семьям, согласно списку, который имеется на руках у районных акиматов. Акция по раздаче дров от городского акимата не закончилась, так как в Шымкенте множество старых и больных деревьев, требующих своевременной уборки. Бахром Абдуллаев, Амантай Аульбек, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.